Пытка номер 245. Полина все-таки решила себе 36 размер, идет менять куртку. Это уже смешно. Это тот человек, который говорит, я к тебе не пойду. Ну я просто поснимать ее уже чисто. Да, да, да. На меня скоро будет смотреть, как нормально. Опять 25, мы пришли в магазин. Ну что, есть твоя куртка? Да, и мой 36 размерчик. А все остальные 40-е. Я взяла рюкзак, знаешь, зачем? Не просто так. Да. Чтобы потом, чтобы померить, смогу ли я надевать рюкзак. Точно, что она? Да. Блин, он даже лучше смотрится. Тебя уже в магазине люди боятся. Нервный тик начинается у продавцов, когда Полина приходит в этот магазин. Да нормально, чего вы прикопались? Ну я вижу, сразу тянет Дена. Что ты там видишь? Вот посмотри, вот повернись. Где? Вот тут у тебя тянет, там где молния. Вот у тебя вот тут везде складки появились. Я застегивать не буду. Я тебе открою секрет. Но все, со весном будет плюс 25. Угу. Поэтому застегивать не нужно будет. Что это? Потерлась. Да, брак. На другого нет рюкзака. Я эту оставляю. Она классная. Гляньте, вот она уже бракованная курточка. Порвана. И если мне она нравится, ты не понимаешь, если я возьму 36, 38, я его носить не буду. Мне он не нравится. Не, я тебе даже эту не разрешу брать. Почему? Из-за вот этого брака. Ты я что? Не хочу. Значит, отдаем две, я не хочу. Хорошо, сдаем и купишь себе другую. Ты сказал, придет весна, я буду надевать кофту, она будет маленькая. Я в кофте и футболке, она не маленькая. Это раз. А во-вторых, придет конец весны, я буду ходить в топиках и в футболках. И этот 38-й будет вообще огромный на меня. Ясно? Вот, а еще, в общем, тут брак. И нам сказали, что папа договорился у меня, как на рынке, что, ну, договорился, просто сказали, что скинут 30 евро. И нам отдадут ее за 30 евро из-за этих трех точек. А что ты с ними сделаешь? Чш, shut up, it's a lie, за папу, не надо. Закрасишь? Ну, возможно, я не знаю. Мне просто нравится этот размер, честно. Я не подумала, что это скидка. Ладно, смотри, берем, ее вернуть уже нельзя будет. Да, ее, кстати, нельзя будет вернуть. Да. Если мы ее купим, уже не вернешь. Из-за того, что со скидкой. Но она бракован. Лучше сидит, лучше смотрится. И мне не тянет она. Нормально. Короче, какую хочешь, такую бери. Вот эту хочу. Точно? Да.